Всем привет, с вами Крым глазами местных. Привет, друзья! И сегодня из солнечного Утеса. Мы приехали в поселок Утес посмотреть, как он тут в сезон живет, да? Что здесь происходит. Многие его знают как Санта-Барбара. Да, ну это эллинговый поселок, вот. Всем известные. Небоскребы эллинговые. Да, машину припарковали вверху за 400 рублей, да, ну, немножечко. Ну, типа на весь день, то есть не в час с парковкой. Заехали вниз немножечко через охранный пост. Ну, выше 350 на день стоит парковка, чуть ниже, где мы 400 рублей отдали и забыли. Ни чека, ни привета, ничего. Вот стали мы на таких вот ячейках. Они разного цвета, каждый цвет относится к какой-то гостинице. Здесь вот их несколько есть. Ну, сейчас время как раз обеденное, солнце пек, никого нет. Мы пришли, стали, если кто-то подойдет, конечно, мы заплатим денег. Ну, я никого не нашел, чтобы попросить нам один шезлон. И с нами сегодня Яна. Ну, как водичка? Ну, получше бы надо. Это просто потеплее. Так, нырять нельзя, значит, какие там еще правила? На глубину не заходить. Мне кажется, это место очень интересно для, ну, как сказать, выхода в море. Смотрите, сколько вокруг живописных скал, и к каждой можно подойти на своем сапе. Конечно, обязательно мы сейчас с Яной попутешествуем, а Юля нас будет ждать на берегу. Ой, волна пошла, смотри. Ух, как, смотри. Баба. Целая толпа крабов. Их просто очень много. Они маленькие, такие славные. Что-то там кушают своими ручками маленькими. Вон еще один волос. Ой, какие они смешные совсем. Еще крошечки такие. Слушайте, ну, любимое занятие наблюдать за крабиками. Ну, Вячеслав, конечно же, опять качает. Мне кажется, это самое идеальное место для путешествия на досках по южному берегу Крыма. Кто поспорит, пишите в комментариях. Ну, я приведу плюсы, да, потому что здесь можно спокойно накачать сап на ровной поверхности, никаких камешков там не будет ему никуда мешаться, да. Здесь куча всяких скал в море, которые не так уж и далеко от берега, и к ним можно спокойно себе приплыть и полазить по этим скалам, понырять с них. Можно вот туда сгонять к верблюду и трем сестрам, куда сегодня моя экспедиция и отправится, да? Мои маленькие любители моря. Вот, знаете, нет такого срединного мнения, да? Или любят это место, или не понимают вообще, как можно здесь отдыхать. В таких человейниках, да, эллинги-человейники. Не знаю, если вы отдыхали здесь, как вам, напишите, понравилось или нет. Вернетесь вы сюда еще или нет? Вячеслав, ты бы вернулся? Банки подкачались. Банки? Трехлики подкачал? О, все, надо грести срочно. Первый пошел. Это что за раскорячка была вообще? Ты поскользнулся? Наконец-то Яна может нырять. А то в Артеке не давали. По плечи сказали, заходить в воду и все, только плавать. А как же нырять, скажи? Давай, наныряйся, дочь. От души. Так, вдалеке вот эти скалы, верблюды, три сестры. Три сестры, видите, такие три скалки, да? Остроконечные. Прям вот вместе такие, как будто боятся одного этого верблюда, который на них надвигается. Приближается к ним уже много миллионов лет. Да, быстрее. Ну давайте уже на саппорт и погнали. Какая прелесть. Давайте. Мальчик и девочка с веслом, точнее, уже мальчик.
все. А я пока буду крабами заниматься. Может, кто-то выползет большой. Все, мои погребли к скалкам. Сейчас будет для вас морской контент, а может быть, даже и подводный. Поэтому сегодня будет красиво. Продолжаем смотреть, ставим лайк. Ну и, конечно, репост друзьям, чтобы знали о таких интересных местах. Кто-то называет это Крымской Италией. Не знаю, похоже ли на Италию. Природа красивая. Здания, конечно, кто куда, кто во что гораст. Но тоже интересно, необычно. Где еще такое можно увидеть? Отправляемся в безудержное путешествие с дочкой по берегу утеса, прибережной линии. Очень много вокруг всяких плавсредств. Так, Яна, поворачивай. Да. Так, ребята, давайте без ДТП. Друзья, это кайф. Волн сегодня вообще практически нет. Только от проходящих водных мотоциклов. Спокойно так, хорошо. Смотрите, все отдыхают. Да вот к этой скале вот подгреби, которая прямо по курсу, я поснимаю, как там прыгает. А потом вот так вот идем, смотри, по акватории. Сначала вот эта скала, потом вон та дальняя. Вон та, да, потом та, потом возвращаемся к этой и идем на Три Сестры. Вот так вот кругом сейчас пойдем. Там людей много, я врежусь в кого-то. Ничего, я помогу, если что. Итак, первая остановка. Хотел вам показать вот такие столики подвесные. Castello Pub. Это уже я не первый год они здесь. Вот люди прям над морем сидят, себе заказывают что-то и будут трапезничать. Интересное, да, такое место? Водичка прозрачная. Быстрее на море, кто еще не успел покупаться. Ну а мы подходим к нашей первой скале, которая находится в море. Если сейчас найду название с этих скал, вставлю озвучкой. Виды открываются, класс, еще и тучки. На сегодня обещали ветер, дождь сильный, но к нам пока не дошло. Сегодня в Донецке потоп был. Хорошо идет. Самый маленький островок. Но здесь очень много крабов. Смотрите, у кого-то сегодня удачная охота. Что-то пенится у него там во рту. Пенится, пенится. Слюнки бегут, что ли? Реально пенится рот. Какой прикольный. Тут очень много крабов, а там вот спрятан огромнейший. Друзья мои, ну а кто впервые видит и слышит об этом поселочке, я немножко расскажу. Утес – это ЮБК, да, расположен поселочек в 14 примерно, 14-15 километрах от Алушты, чуть больше от Ялты. В районе, вот может кто слышал, Малый Маяк, примерно это место, да. То есть раньше это называлось когда-то давно Кучук-Ламбад. Здесь рядом расположен дворец, очень живописный, очень красивый. Такой как
небольшой красивый замок княгини Гагариной. Мы там неоднократно были. Там же работает санаторий «Утес». Мы там тоже были. Обзор у нас есть, правда, наверное, примерно двухгодичной давности. Но все равно, кому интересно, можете зайти посмотреть. По ссылочке вот сверху будет. Такое тихое место, это именно для отдыха, потому что здесь все предназначено для этого. Гостиницы частные, вот эти вот эллинги огромные, апартаменты, многие их называют таунхаус. Ну, все же это такие, знаете, гаражные места для лодочек. Ну, конечно, все расширилось очень сильно, превратилось в такое место для отдыха. Достаточно комфортабельная. Здесь работают кафе, ресторанчики. Здесь есть своя прогулочная территория, набережная. Эти красивые, интересные скалы. То есть, в принципе, место отличное. Пляжики, правда, маленькие, узенькие. Зачастую вот такими плитами, да. То есть, ну, как бы мини-причалами такими. Но, тем не менее, на шезлонге очень удобно здесь находиться, например. Под зонтиком отличное место. Давай на вторую переключать передачу. Ай, смотрите, какое море красивое. Отличное место для морковки, смотрите. Смотрите, что мы тут нашли, друзья. Маленький лягушатник. А там что, там много крабиков, наверное. Думаю, да. Че, пойдешь в джакузи? Да, что-то не очень хочу. Че, реально джакузи? Ну, пойди проверь, как там будет. Ой. Горячая? Кстати, здесь такая прослеживается вулканическая порода, да, если я не ошибаюсь. О, кто-то костер полил, я так понимаю, или это что? Или это... А, это понятно. Это то, что нам оставили бакланы после вкусного рыбного ужина. Что? Ну вот это все беленькое, это же бакланчики наши поработали попками своими. Да, да, и воняет немножечко. Эх, живопись. О, пойдем. Коптеры запускать нельзя, так мы вот можем с этой скалы наблюдать утес. Смотри, на дорогу вниз посмотреть, везде машины. Машин, конечно, очень много всегда. Ну, я вам хочу сказать, что людей в Утесе не очень много. Многие номера пустуют. Смотрели там вторая, по-моему, линия или третья, там номера в отеле от 1500. Яна хлюпается. Юля на берегу. Смотрите, какое крутое место для фото. Как будто в море стоишь на глубине. А глубины-то и нет. Это все вот рядом. Здесь. Что-то тут все ныряют. Надо посмотреть, что здесь на глубине. Интересно же. Thank you.
опасно, опасное занятие здесь так делать. Не повторяйте. Яна в открытом море. Да. Артету передаешь привет? Привет. Как вожатую зовут? Аня, Алина и Катя. А, вы их так по именам называете, да, чисто? Понятно, мы всегда по имени отчеству называли в лагерях. Ну нет. Так, наши дорогие друзья, мы подошли к скалам. Я знаю, что вот эта большая называется скала Верблюд. Еще ее называют скалой Монах. Такое крыло лебедя, да? Класс! Наконец-то мы и добрались до этих скал. Сейчас проплыли они только что. Скалу Монах или Верблюда, я не знаю, почему так называются, разные названия. Перед ними небольшая такая скала Черепаха, и сейчас поплывут к трем сестрам. Вот когда проходишь с этой стороны, то вот нетрудно догадаться, скалы три сестры. Он, смотри, ну не знаю, три сестры их называют я. Пацан, он забрался на самый верх, неужели прыгать собрался? Давайте обойдем Монаха вокруг. Это не Монах, это Верблюд. Чему Верблюд? Потому что так хочу. А я вообще вижу, вот смотри, собаку. Волк. Какая собака. Волк такой. Дед какой-то. Перейдем до берега. Нормально у вас там тенечек, все дела. Да. Неужели плывут обратно? Я устала уже ждать. Полтора часа плаваю. Надеюсь, наснимали для вас кучу интересного. Виды с моря всегда интересны. Всегда необычно, потому что все мы привыкли смотреть на море с берега. Ну, я не скажу, что ты прям со стороны уверенно стоишь на нем. Попробуй, скажи, меня поймай. Я вот такой шустрый. Маленький и шустрый. Ай-ай-ай. Варёшь, не возьмешь. Сейчас брыснет. Ого! Вот большущий какой прибежал. Блин, какой он прям скачет. Ну что, немножечко отдохнули, перезагрузились. Ты покупалась хоть? Нет.
Почему? Мне не хочется. Видишь, тебе чайка. Чайка смеется с меня, да, я знаю. Ну, классно, пришли. Никто нам ничего не сказал. Спокойно посидели на шезлонге. Ну, наверное, потому что все-таки людей мало. В номерах, в апартаментах. Красивые участки набережной, цветущие. Очень красиво. Вымощено плиточкой все. Так что суперски. Иду. Вот сразу вышли из пляжа. Можно взять фрукты. Арбузики вот по 50 рублей. 220. Персик 200. Абрикос по 300. Виноград 350. Выходим на основной участок набережной. Тоже все цветет, олеандры, пальмы, фонарики. И здесь очень много мест общепита, да. Но мы хотим вот посетить именно давно, вот хотели, над море в подвесном состоянии, которое я вам показывал на САПе. Сейчас туда зайдем, посмотрим меню. Ну, давайте, давайте. Ну вот как красивенько на пляже. Яркие зонтики, красивое море, скалы. Скоростной катер, кстати, на прогулку они отправляются полуторачасовые, в 16:00, по-моему, говорили, идут к Гурзуфу. Цену не говорили, поэтому не скажу. Говорят, подходите, уточняйте. Ну, а так и сувениры здесь, и всякие пиццерии, шляпы, ну, вы понимаете, да, овощи, фрукты, свободные номера. Ну, как всегда, расслабленная обстановка. Все для отдыха. Люляшка 100 грамм 170 рублей, шашлык свиной 100 грамм 220. Грибы на мангале 100 рублей, шаурма из курицы на мангале 230, шаурма из свинины 250 рублей. Ну, это быстрая пища, можно сказать, да? Друзья, соборды такие дешевые, 300 рублей в час. Я вообще такого ценника не помню. 300 рублей в час всего лишь. Сап. Нормально. Прикольно. Кстати, я говорю, обычно того, что... там 500, 600, 700. Из-за того, что здесь нет таких пепельничных, знаете, урн, бычки тушат прямо здесь, вот засовывают везде бычки, посмотрите. Ну фу, не хочу даже смотреть, я там тебе верю. Там есть большие урны, да, а вот маленьких капец. Именно для курильщиков нет, а курильщиков очень много, поэтому все засирают. Ой, пусть переходят на электронки, от них хоть грязи нет такой, хоть аккумулятор можно отдельно сдать. Вот, видишь, надо места знать. Так что там телефон вроде был. Ставьте на паузу. Может, кто-то свой сдает, знаете, приехал на отдых, тут поселился в Эллинге и сдает себе свой САП по звоночку. Кстати, вот эти подвесные интересные такие столы, да, можно посидеть прямо над морем, что-нибудь съесть. Прикольно. Проход к этим капсулам. Через пляж спускаешься, и вот интересно так. О, там уже кто-то занял. Мы все-таки попали на эту подвесную качелю, потому что людей много перед нами. Они вот столик себе большой сделали вот с той стороны. А мы сейчас сюда втроем присядем и закажем пиццу. Так, принесли нам много меню, есть грузинское, куб да рис курица из 650 рублей, 750 грамм, что у нас здесь, шашлык из баранины, я все цены за 100 грамм, 480 рублей, шашлык из свинины, шейка 270, вырезка 270, люляшка 420 свинины, о, 150 грамм уже идет, из курицы 390, Юля, ты что-нибудь выбрала? Нет. Не хочешь попробовать окрошку с хинкальками? Окрошку с хинкальками? Хочу. На мацоне. Давайте попробуем. Я думаю, здесь она будет не такая, как так в морском. Может, куда рис с курицей попробуем? Или хачапури будем по-мигрельски? В общем, гулять так гулять. Вот Яна хочет три хинкальки. Вот нам, пожалуйста, три хинкальки. Хачапури по-мигрельски. Да. По-мигрельски, да. И, значит, окрошку грузинскую с хинкальками попробуем. И два клубничных мохито. И два клубничных мохито. И счет, пожалуйста. Тут же можно кататься, это же качели.
Что-то, по-моему, зря я заказал грузинскую окрошку. Тут мало того, что ее кот наплакал, еще, наверное, и кинза есть. Но сейчас попробуем. Не, вот тут я огонь путаю. Не. Что ты, Вячеслав, хмуришься? Вкуснятина, да? Выберу теплое, теплое. Повторю. По-моему, здесь тоже есть. Кинза? Нет. А что? Тут огурцы соленые. Именно соленые, немало соли. Ну, это по-грузински. Она на мацоне. Ой, какая кинкалька. Это такая, да, масюсенькая. Да, есть кинза. Попробуй. Да, но без этого никак. Информация пошла в мозг. Процессинг. Ну, вообще необычно, конечно, что туда положили еще тебе пельмешек этот. 390 рублей, да? Ну, отдельно хинкалька по 110. Птенец, как всегда, самый голодный. Который раз убеждает, что лучше домашней окрошки ничего нет. Особенно, если ее приготовил кто? Вячеслав. Да. Хинкали выглядят аппетитно. Очень, да. Пробуй. Очень. Да давай уже. Я же тебе подсказывал. Хинкальках нету сока. На-на-на. Но мясо как? Нормально. Ну, есть. И маленький вот этот пиптик, за который браться. Нестандартные хинкали. Ну и вишенка на торте. Что у тебя вишенка сырная? Да, очень вкусно выглядит. Давайте брать соду. Итак, чек. Ну, все наелись. Ну вот, сами видите, посчитайте. Где-то в районе 650 рублей на человека поесть. Ну и, конечно, мы с Яной сейчас сходим на вот этот островок, красивую скалу. Оттуда открывается вид на постройки. Поэтому надо красивенько пройтись и посмотреть. Классно сделали, что пирс прям упирается в скалу. Без всяких проблем вы туда залазите. Причем она не скользкая, очень удобная, чтобы полазить. Поставила на ширик, чтобы как можно больше в кадр было захвачено домиков. Пляжи, видите, все видно. Мы, в принципе, сегодня отлично провели время. Покушали вкусненько, покупались, сплавали. О! Ну, как вы видите, до сих пор на водном транспорте тут бороздят просторы морские. Отдыхающие и местные жители, если они тут есть, не знаю. Но всем тут нравится. Ну что, близится дело к вечеру. Народ, смотрю, повыходил на те бетонные основания, да, так называемые пляжи. Где я одна загорала. Так что здесь сейчас комфортный отдых, малолюдный, водичка чистая. На сапе можно поучиться кататься. Записывайте информацию в блокнотик. Делитесь с друзьями обязательно. Не забывайте подписываться на нашу группу в Telegram. Да. Там всегда все самое свежее и все самое-самое с пылу с жару. Ну, с вами были Крым Глазами Местных, Юля, Слава и Яна, сегодня из поселка Утес. Пока. Всем пока. До новых встреч. Кстати, в поселке Утес очистные сооружения сейчас в реконструкции, да?
и обновляется там все. Так что 31, по-моему, 31 января 2024 года будет все закончено работы. Так что тут еще в этом плане неплохо. Обновление — это всегда хорошо. Потому что нагрузка здесь все-таки большая. Те, кто не видел, как выглядит крымский гранат, вот такой малыш уже потихонечку зреет. Красавчик. Хорошее большое деревце.